юбилейной годовщиной Великой Победы в войне 1941-45 годов спешу поздравить абсолютно всех ветеранов, воевавших за наше общее дело. В частности, поздравляю своих дедушек Каплина Николая Ивановича и Аносова Алексея Алексеевича, которых, к сожалению, уже нет в живых. Ваш подвиг навсегда жив в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий поклон вам за мирное небо над нашими головами. Спасибо, огромное спасибо за победу. В этот торжественный, светлый, цветущий майский день от всей души хочется исполнить для вас бессмертную, вечную композицию под названием «Довоенный вальс». Мирное небо над крепостью Бреста, в тесной квартире счастливые лица. Вальс политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице, а за окном, за окном красота новолуния, шепчутся звуком плакучие ивы. Год 41-й, начало июня, все еще живы. Смотрит на Невском с афиши утесов. В кинотеатр идет «Волга-Волга». Снова Кронштадт провожает матросов. Будет учебным поход их недолго. А за кормой, за кормой белой ночи раздумые, кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня, все еще живы. Мимо фасада Большого театра мчатся на отдых, трезвоня трамвай. В классах десятых экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди. Все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41-й, начало июня. Все еще живы. Довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога, с кем навсегда нам пришлось разлучиться. Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы, все они живы, все, все. В памяти нашей сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы, все, все, все.